Всем меня зовут Виталий Афанасьев, на просторах интернета меня зовут Виталий Вайс, YouTube канал у меня имеется. И вот я готовлюсь к соревнованиям, точнее уже сегодня прибыли в Ригу, сейчас вот буквально через несколько часов будет происходить соревнование по бодибилдингу, атлетик, мисс Шейп, это федерация НАК. Федерация НАК, да. И вот это мои первые соревнования, в которых я буду участвовать в двух категориях, новички и атлетик 2. И посмотрим, что из этого выйдет, потому что подготавливался я 4 месяца. 4 месяца я был на сушке, до этого набирал массу. Сейчас мой вес составляет 74 килограмма и 900, вот сегодня было утром. Форма отлично, я думаю, сейчас посмотрим, что будет на сцене. Что бы мне хотелось сказать по поводу своей подготовки? Очень важен был, конечно, соблюдение режима. Режим прежде всего, если вы хотите наладить свою фигуру, ну и выглядеть стройно, красиво и быть здоровым. То есть и в течение 4 месяцев такая жизнь у меня была, в принципе, связана с тем, чтобы просушиться как можно лучше. Сейчас я вам расскажу немножко о питании, которое вот предсоревновательное. На сегодняшний день, вот сегодня, важно было очень не пить воду, то есть никаких жидкостей. Да? С утра я поел, как мне рекомендовали более опытные спортсмены, поел немножко углеводов, это была овсяная каша. И в течение, мне вот тоже дали рекомендацию, каждый час закидывать сложных углеводов. Это был у меня рис, да, и вот я, когда мы ехали до Риги сюда, периодически останавливался, закидывал пару ложек риса и тем самым удовлетворял потребность своего организма в питании. И последняя неделя была такая самая жесткая. За 2-3 дня минимум углеводов было, в основном мое питание составляли белки. И вот уже со вчерашнего дня так же самое было приостановлено потребление жидкости. То есть это очень важно тоже, чтобы форма соревновательно не залилась водой. Но последняя неделя была самая жесткая. И еще хочу сказать напоследок то, что вот 4 месяца у меня была сушка, да, и только последний вот этот месяц, четвертый, можно сказать, что моя психика и успокоилась, да, то есть меня не так стало выносить на сладкое, там, как предыдущие месяца, то есть это было жестко, очень сложно. Только последний месяц, четвертый где-то, да, вот недели 2-3, видимо, уменьшился желудок, да, потому что было меньшее количество потребляемой пищи. Конечно же, пища в основном составлялась из белков, это были белковые, там, яйца, курица, тунец, вот такие, да, и минимум углеводов. И в связи с этим, скорее всего, желудок уменьшился, и, в общем, вечерами не так сильно хотелось, даже, я бы сказал, кушать, жрать. Просто хотелось реально нажираться всего, что там есть. Особенно это было связано со сладким, да. То есть, ну, сладкое – это простые углеводы, и организм наш очень умный, он знает, где по-быстренькому надыбать, где по-быстренькому найти углеводы, и поэтому все внимание, вот, ну, было на то, чтобы где-то урвать, да, вот очень сложно было сдерживать себя, очень важный фактор было сдерживание, да, то есть не дать себе, допустим, ну, съесть что-нибудь, ну, в кавычках назовем запретное на тот момент, присоревновательный. И поэтому очень нужна была выдержка, потому что я помню, были эти срывы, на сладкое, и когда, конечно, допускаешь один раз, да, вот я один раз съел чуть-чуть кусочек шоколада, и все, и понесло. Сразу же там
сверх этого еще идет, да, какая-то. Потому что организм без энергии, очень мало энергии, углеводов мало, и он хочет больше, 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 ему нужно это, да. И вот важно организму так сдерживать. То есть не давать себе вот этих, не давать слабину, быть сильным и обладать выдержкой. То есть что, собственно, в общем-то, у меня и получилось на сегодняшний момент. Вот с утра я взвешивался, был вес 74 900, да, 74 900. Сейчас скоро будет взвешивание, там посмотрим, сколько будет такой уже официальный, скажем так, вес. Но вот сегодня утром было 74 900, это 4 месяца сушки, и до этого у меня была масса 89 килограмм. То есть с 89 я просушился до 74 900, ну 75 округлим, это так. То есть, ну, сушка была жесткая, конечно же, была она под, скажем так, руководством людей, которые были уже, имели опыт в этом, потому что вот это очень важно, да, если вы хотите чего-то достичь в любой сфере, да, надо обращаться к людям, которые уже это имеют. И это касается всего. В моем случае, то есть я решил выступать и, соответственно, обратился к тем людям, которые уже выступали, которые знают, что это такое. И, конечно же, позирование. Позирование – это самый такой важный момент. И самый тяжелый, на самом деле. Для меня это был, как бы, для меня это было сюрпризом и удивлением, что это на самом деле так тяжело. Я не ожидал, что это будет так тяжело. Но, опять же, тренировки, постоянство дали силы. И вот, в общем-то, на сегодняшний день я знаю некие моменты. То есть мне, опять же, обращался, ну, к человеку, который знает, что такое позирование, тренер, да, скажем так. И вот я под его руководством оттачивал эти навыки. Ну и плюс сам еще. В общем, сейчас настрой боевой, готовность имеется. Есть, конечно же, немножечко волнения. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Там уже встретимся на сцене. I move weight like a freight truck, build the muscle. You can't escape your fate, we ain't scared to tussle. I put the pressure on your offense, you can't advance. I'm a pro, hit the bench, bro, you had your chance. Начало будет через полтора часа где-то. Хорошо, что есть помощники, которые могут помочь мне намазать. Хотя там есть профессиональные наносы грима, но я решил своими силами все это сделать. Сейчас идет небольшая раскачка. Мышцы вливаем кровью. И еще для этого немножко глюкозы съел сладенького сейчас. Очень-очень вкусно. Прямо так сравнимо с кайфом. Очень здорово. И сейчас, да, мышцы немножко разогреть, на пампинг устроить. До соревнования осталось где-то полчаса. И вот как раз интенсивно возьмем, прокачаем мышцы, каждую мышцу, на каждую мышцу упражнение на трицепс. Сейчас сразу сделаю. Chance, do that dance in the end zone and hold my skill. If I don't take it all the way, no one will. Get back, you out of line, and you out of your mind. You out of time, keep searching, brother. How do you find another mind? As deficient as this machine I am is more than mortal. Don't need a key to explore the portal. Сейчас прямо на сцену. Сердце стучит. These plates I'm benching. Go ahead, put your two cents in. Your words are worthless. Takes a strong like mine to understand my purpose. It's to shine more bright than the sunlight. I'm the star of the night. Bring it on if you're ready to fight. Bring it on. Do you accept the challenge? Bring it on. I'ma test your balance. Bring it on. You can't stand the violence, so put bring your it on. On your legs and leave the silence. Bring it on. You can't handle the heat. Bring it on. This cannibal is hungry for me. Bring it on. And now I'm ready to eat. So if you're scared, get out of here before you get beat. Well, bring it on. Yeah, the heat is on. You better get your best to the plate or indeed you're gone. Calculate the magnitude of the situation you're facing. No time for pacing. There's no time for wasting. What you want? Будет произвольная программа. Минута будет длиться где-то. Сейчас вот уже скоро пойду. Первая воля, первая. Yeah, 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 yo, I'm a whole way like a freak.
escape your fate, we ain't scared to tussle. I'll put the pressure on your offense, you can't advance. I'm a pro, hit the bench, bro, you had your chance. Do that dance, end zone at home, I still. If I don't take it all the way, no one will. Get back, you out of line, and you out of your mind. You out of time, keep searching, brother, how do you find another mind? This position is this machine, I am is more than mortal. Don't need a key to explore the portal, just follow me to the next dimension. You can't lift it like these plates I'm benching. Go ahead, put your 2 cents in. Your words are worthless. Takes a strong like mine to understand my purpose. It's to shine more bright than the sunlight. I'm the star of the night. Bring it on if you're ready to fight. Bring it on. Do you accept the challenge? Bring it on. I'ma test your balance. Bring it on. You can't stand the violence. So bring it on. Your legs and leave the silence. Bring it on. You can't handle the heat. Bring it on. This cannibal is hungry for me. Bring it on. And now I'm ready to eat. So bring it on. Get out of here before you can be. Bring it on. Виталий Афанасьев, Эстония! My passion stronger to the point that I need an extra me to hold it. So thick that you could try, but ain't no need to fold it or bend it any which way. Nothing is happening, just me through the year. I'ma keep on rapping, and then the competition has to retire. No other choice. Who can do it like I do it? No other voice. If you need some help, call the doctor, get some medicine. I'll expire you, bring you back to life, and make you dead again. Атлетик, Григорий Атлетик 2. Там до 175 сантиметров роста и вес плюс 6, плюс 4 килограмма. То есть я попадаю в эту категорию. У нас сейчас там двое, сейчас будет индивидуалка. А первый был, где новички там. Любая весовая категория, потому что ну, кто первый раз выступает. И поэтому я там тоже был не в самом, так сказать, выгодном варианте. Но четвертое место из 8 это очень даже хорошо. Так что первый, до первого раза очень отлично. Imagine your soul escaping, just floating above. Another day, another dollar, earn the paper split. It doesn't matter if it's illegitimate. Either way, we are gonna get what we want and get it quick. If you in the way, you feel the contents of this clip. I'm not a gangster, but I know gangsters bros that dumb. I'm not a softy, come on, let me see you show you a chump. Not a little boy talking big man talk neither. I'm a cold brother, never catch me without a heater. You want drama? I got it for you like it was Broadway. Didn't want to listen, now you have to learn it the hard way. Bring it on. Do you accept the challenge? Bring it on. Все, закончились сейчас для меня соревнования. Это было второе выступление, Атлетик 2. Это до 175 сантиметров рост. Второе место. Ну, там два человека, конечно, было, но вот второе место занял. И главное, что на сегодняшний день это для меня победа, что я просто выступил. Потому что в новичках, да, как я уже говорил, из 8 человек я занял 4 место, что, собственно, очень хороший результат для меня. Ну, самое главное, победа и то, что я сюда приехал, вообще начал участвовать. И это очень здорово. Сейчас пойдем быстренько мыться, пока свободно, и на выход. Вот и закончились соревнования. Первые соревнования в моей жизни. Я получил огромнейший опыт. Опыт набора массы был у меня, потом был опыт сушки, да. Конечно же, это все не без участия людей, которые знают уже, как это делать, соревнующиеся спортсмены. И вот я обратился к ним и получил у них консультацию, ходил к тренеру на позирование. Также само консультировался по питанию, по сушке. Это тоже очень важная часть. Чего-то ну, я не знал в любом случае. Тренировки, упражнения я сам проводил. И это у меня очень хорошо получалось. Но вот расскажу сейчас об ощущениях, которые я получил после того, как закончились соревнования. Сегодня было, напомню, две категории у меня: новички и атлетик класс 2. Класс 2 это до 175 сантиметров рост. Вот. Первое, конечно же, новички, там было у нас 8 человек, и там новые люди, они были из всех весовых категорий. То есть там были люди, которые 90 килограмм весили, соответственно, мышечной массы было больше. То есть, ну, я, весовая категория у меня вес 74, ну, 75 килограмм, и, конечно, я был чуть-чуть в невыгодной позиции, но из 8 я взял 4 место, что, собственно, очень хорошо. И, конечно же, первостепенная важность для меня является то, что я просто выступил. Просто я уже на сцене, и это уже круто. Это лишний раз доказывает то, что, допустим, ну, мне 32 года, да, то есть из них, как бы,
Я никогда не думал, что буду заниматься именно тем, что мне всегда нравилось с детства, да, там Шварценеггеры, все вот эти вещи, да, там Рэмбо, и как бы, ну, и мечту, там, цели воплотить можно в любом возрасте. Главное захотеть. То есть я это начал делать, начал тренироваться, начал правильно питаться, и вот, в общем-то, то есть обратная связь, то есть, ну, человек, который он его сказал, что хорошая форма, да, то есть, ну. И вот, атлетик класс 2, там я занял второе место, ну, из двух человек, конечно. Но все равно это очень хорошо, потому что опыт. Самое главное то, что я получил большой опыт. На сцену выходить это большое волнение, соответственно, присутствие очень, как бы, даже, ну, сердце учащенно билось. И, ну, я вышел, были моменты напряжения, да, то есть у меня в какой-то момент там нога начала очень сильно трястись, и немножко это было не по себе. Но, как бы, есть основная задача, то есть сделать все позы, которые, в общем-то, я уже знал и тренировался я. Очень часто, да, в течение вот этого последнего времени, месяцев, ну, два, наверное, сколько-то я почти каждый день тренировался дома, да, потом ходил к тренеру. То есть это очень важная часть, нарабатывать этот навык. В общем, что, собственно, и сделал. И вот сейчас, по прошествии этого мероприятия, у меня ощущение удовлетворения, да, то есть я получил, я зарядился, потому что я выполнил то, что я хотел, и то, что я, в принципе, боялся, да, то есть. Но и когда это делаешь, цель поставил, ты ее сделал и получил суперское удовольствие, это очень здорово. И поэтому я сейчас очень наполненный. Ну, сама атмосфера на соревнованиях тоже очень, скажем, дружелюбная, да, то есть за кулисами там спортсмены, вот у меня там спрашивали гантели, конечно же, я с радостью делился ими. То есть люди ходят, люди намазывают грим, то есть все друг другу, ну, то есть, конечно, знакомые, там, тренера у кого. Ну, вот мне моя жена помогала, Оля, слава богу, я не знаю, что без нее делал, потому что, то есть, намазывать грим, то есть, ну, сам себе, я не знаю, как, мне было бы тяжело. То есть, мы где-то намазывались сегодня, ну, почти полтора, ну, почти, да, полтора-два часа где-то, да. Плюс подготовка еще была вчера вечером, она тоже наносили грим. И вот сегодня мы до конца нанесли, на конца грим положили, в общем. И очень важная часть, конечно, было, что надо было положить масло, то есть надо было намазаться маслом, потому что когда вышел на сцену, сильное напряжение, это начал потеть, и грим начал растекаться, то есть и налился на глаза, то есть начало щипать по груди, то есть текли струи, да, то есть вот, ну, видимо, когда маслом намажешь, то есть этого будет меньше, во всяком случае, по-моему, это так. И, конечно же, когда мы вот проверили, закончили соревнования, мы одну сторону намазали чуть маслом, другая была без масла, и где маслом было намазано, там было больше, мышцы больше выделялись. Соответственно, в следующий раз я буду наносить масло тоже. То есть это такой небольшой момент. Ну вот, о трудностях, которые были, что, ну, приходилось прилагать усилия, да, то есть мышцы немели, то есть был момент, что там что-то в ноге, там, в колене стреляло, да, там, сильный был сушняк, очень сильно хотелось пить, то есть не сглотнуть слюну никакую, и то есть это было все в быстром темпе. Мы вышли на сцену, каждый показал эти все позы основные, зашли назад за сцену, и потом уже была индивидуальная программа. Все сразу вышли в индивидуально, и сразу же награждение. То есть как-то в таком непрерывном темпе все это было. Ну, в общем-то, все как бы, ну, достаточно быстро, что, собственно, мне и понравилось. Слава богу, душ был свободен, то есть быстренько можно было спокойно помыться. И сейчас, на сейчас, да, готов, очень хочется покушать, хочется. Даже был такой момент, то есть я, ну, вышел уже после соревнований, после, ну, вот, как закончилась категория, да, вышел, и хочется очень пить, и в голове как будто еще нельзя, да, а потом, прям, как нельзя, все, закончились соревнования, можно пить, и выпил сразу очень много воды. Ох, так что, в общем-то, собственно, сейчас мы собираемся в путь назад, в Таллин поедем, и сначала заедем, конечно же, покушать. И, в общем-то, то есть, друзья, самое важное, что можно добиться всего, то есть возраст, другие любые какие-то вещи, они не мешают тому, чтобы достигать цели, вести здоровый образ жизни, чтобы заниматься спортом и добиваться результатов, какие вы только хотите. То есть все в ваших руках, и я вот на своем опыте доказываю, что это именно так и есть.
Смотрите мой канал в Ютубе. Я там называюсь Виталий Вайс. Так же самое у меня есть блог, который vicegymlifeblogspot.com. Там я тоже выкладываю информацию. Так же самое есть Инстаграм Виталий Вайс. Тоже там я выкладываю фотографии, выкладываю там о своем образе жизни, о том, как я питаюсь, как я занимаюсь. Так что подписывайтесь, комментируйте видео. Сейчас будет это видеообзор, потом я дальше буду выкладывать тоже видео о том, как я тренируюсь, как я питаюсь. Можете задавать какие-то вопросы, тогда будет легче ориентироваться, что вам интересно. Так что до новых встреч, пока что все. Это вам улыбка.